эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. Четвертое июля, Ульянов день. Чуть позже поделюсь своими знаниями об этом дне. А пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажет плюс 13, плюс 19. В городе Ефремове плюс 11, плюс 19. В Белеве плюс 12, плюс 19. На Московский плюс 14, плюс 19. По прогнозам 4 июля температура в Туле будет колебаться от 11 до 20 градусов по Цельсию. Малооблачный, небольшой дождь. Влажность воздуха составит 75-85%. Ветер западный до 1 метра в секунду. Ожидается небольшая геомагнитная буря. Следите за здоровьем. Четвертое июля, Ульянов день. В этот день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. С этим деревом было связано множество поверий. Например, то, что оно могло спасти человека от сглаза. Также говорили, если липа возле дома засыхает, это предвещает беду в семье. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и отличного настроения. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.